Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем недельную главу Ваэра. Потрясающую по наполнению, большую по динамике. Но мы поговорим немножко совсем о противоположном. Знаете, написали наши мудрецы, что если в нашем внутреннем мире происходит надлом, он неизбежно отразится на внешнем мире. Духовное первично в нашем мире. И вот в первую очередь надо заботиться об исправлении духовных проблем. Потому что корни материального находятся в духовном. Они уже, в свою очередь, когда ты исправляешь духовную составляющую, они помогают спастись от проблем, связанных с материальным миром. Надо вот правильно расставить приоритеты. Всем кажется, что если я сделаю что-то в материальном мире, вот это меня спасет. Это не так. Если человек, не дай бог, заболел, надо идти и думать о духовном и так далее и тому подобное. Нет, мы не исключаем материальность, но духовное первично. Любавичский Рэбе утверждал, что перед человеком всегда открыта возможность спасения. Перед любым. Значит, в любой ситуации, когда выход возможен как ценой духовного усилия, на которое нас пока не хватает, а я еще раз повторюсь, если мы что-то не исправили в физическом, значит, нас не хватило сил в духовном. Надо не отчаиваться. На духовной, вообще в духовности нет отчаянного положения. Если в физическом мире нам иногда кажется, мы подходим к тупику, то в духовном такого быть не может. Мир и человек изначально благи по своей природе. А следовательно, нам по силам разрешить любую проблему, любую задачу, которая ставит перед нами жизнь, потому что корни ее решения находятся в материальном. Часто переход от духовной подавленности к духовному какому-то подъему – это проблема только одного единственного усилия, одного шага. Творец, который создал весь мир, и в нем человека, и дал ему разумную душу, и которая жаждет справедливости и истины, которая стремится понять Творца и весь мир, и себя, да? И поэтому она неизбежно приводит к вопросам, касающимся смысла собственного бытия и начала и конца человека на земле. Человек не может, даже самый материальный человек, все равно у него есть духовность, у него есть какие-то, ну если хотите, понимание того, что, пусть иногда подсознательное, но понимание того, что духовность первична. Ты хотел стать гигантом какой-то, богатым ученым, там, спортсменом, чемпионом мира по стрельбе. Бог решил иначе. Для блага твоей души, а он лучше знает твою душу, и тех исправлений, которые ты должен сделать, придя в этот мир, он поместил тебя в твое положение, там, с таким материальным уровнем, который тебе нужен, с той мудростью, которая тебе нужна, или без таковой. И вот все, что нам дано, дается именно так, на каком-то мегакомпьютере вычисляется, что все-таки высшим разумом таким, что нам самое важное, чтобы исправить именно то, для чего мы пришли в мир. А мы-то смотрим на материальный мир, и поэтому не видим ничего. Первым, если хотите, главным неприятелем человека становится не его гордыня, а часто наоборот, самооценка заниженная. Мы недостаточно высоко оценим свои возможности, потому что не понимаем, что материальное первично. И посему неверно определяем цели, которых могли, если хотите, способны достичь, если вы поняли до конца, насколько мы, круче, чем нам кажется. Есть три вида людей, которые притягивают зло. Первый – это наивные, второй – легкомысленные, и третий – глупые. Наивные – они от рождения не могут отличить правду от вымысла. Они не могут отличить зло от добра. И вот это плохо. Легкомысленные попросту транжирят жизнь на веселье, и все. Глупые, хотя и знают Творца, но не следуют его законам. Нам не следует быть ни первыми, ни вторыми, ни третьими. А если кто-то родился таким, надо это исправлять. Каждый из нас имеет удел в мире, принадлежащий только ему. У каждого есть, если хотите, своя сверхответственность, которая возложена на него Всевышним, именно на него. И пусть малюсенькая, пусть какая-то маленькая часть мира, которую он должен очистить, но это его личная часть, миссия. Делай свою работу как следует, потому что каждый из нас влияет на свой удел, свой кусочек мира. Когда мы завершим работу, получим результат. Дорогие друзья, давайте увидим Творца в нашем мире. Ведь это Он настоящий художник, нарисовавший этот потрясающий, создавший мир, который создал нашу Вселенную, так великолепно, красиво ее раскрасил, многоцветно, с огромными возможностями, с любовью. В любом месте мы должны искать Его подпись. Во всем, что происходит с нами, надо видеть руку Творца. Во всем, что происходит в мире, надо видеть руку Творца. И тогда мир поменяет свои краски. Брахава, ацлаха, здоровья, всего самого лучшего.